мягко чуть дрогнул, открыла ту дверь, и он сильной лапой пробился наружу. А я задыхался и не был уверен, что тело мое кто-то здесь обнаружит. Мой внутренний голос, он враг не помощник, прилип к подсознанию, вкус из портала. Не бейся отсюда, бежать невозможно, шептал альтер эго в цветной пижаме. На первом ряду кто-то громко смеялся, и несколько раз мое имя назвали, но я игнорировал, не отзывался, ведь я был один в кинозале. Дыхание. Мурашками крепко приняты к кровати, пульсируют вены, наставлены шнуре. Пожалуйста, хватит! Пожалуйста, хватит! Мой крик обрывается, и я все слабею. Безжизненной тенью стоит за экраном мое альтер-эго с безумной улыбкой. Он стал моим другом, врагом и тираном. Но я здесь один, это просто ошибка. Дыханием рисую пунктирные ритмы, рукой закрываю разбитые губы. Здесь больше нет правил и нет алгоритмов, ведь я здесь один. На таком чудесном вечере. С вами был Кори, или Женя, или просто уличный музыкант из Самары. Если кому-то вдруг понравилась моя музыка, я могу дать вам QR-код, где можно посмотреть мою карточку музыканта и послушать песни. Всем большое-большое спасибо, и всем, кто еще не выступил, удачи!